Всем привет, я Варя. Сегодня я расскажу вам об использовании янт и общей рекомендации коррекции васту. Круг соответствует стихии воды, квадрат – стихии земли, треугольник – стихии огня, диагональные линии – стихии воздуха, горизонтальные линии – стихии воды, вертикальные линии – стихии огня, точка – стихии эфира. Общие рекомендации коррекции васту. Идеальный порядок. Генеральная уборка минимум один раз в 3 месяца. Давайте предпочтение влажной уборке. В идеале мыть под пол каждое утро. Снесите мусор до заката. Освободите и украсьте вход. Освободите больше пространства, особенно центр. Очищение пространства. Очищение пространства огнем, свечкой. Очищение пространства благовониями и эфирными маслами. Очищение пространства звуком. Звук гармонирует первый элемент эфира в доме. Благоприятна классика, церковные пения, мантры, звуки дикой природы. Во время работы за письменным или компьютерным столом или приготовлением пищи вы должны смотреть на восток. Это успокаивает ум и улучшает способность к концентрации. Рабочее место не должно располагаться напротив двери в комнату. Изголовье кровати должно быть направлено на юг или восток. Кровати не должны располагаться напротив двери в комнату. Зеркала не должны висеть напротив входа и напротив места, где вы спите. Приятно иметь в доме свежие цветы, комнатные растения, вазу с фруктами. Итак, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! До новых встреч! Пока!